Союз нерушимый. И правда, это наша программа «Союз нерушимый». И сегодня мы здесь, Аня Лапшина. Азиз Агаев, здравствуйте. Здравствуйте. И нам уже весело, мы тут уже поговорили, посмеялись. Мы тут весь перерыв и подготовку к программе развлекались с нашими замечательными гостями, потому что гостей у нас сегодня много. У нас... Да, ну репетиция песни не удалась только. Не удалась, но ничего. Походу не сочинили, понимаете. Вот. Может быть, мы экспромтом. Может, получится, да. И представляем наших гостей. Сегодня у нас... Во главе с Надеждой Салерзяновной Федяевой. С председателем Кировской региональной общественной организации «Татар Ешлек». Я напомню, на русский переводится как «молодость». «Молодость». Да. Четыре молодых представителя. Артиста, творческих человека. Творческого коллектива «Ешлек». Творческого коллектива. Двое из одной семьи Бакулевых. Алина и Матвей, я так понимаю. София Дюкина и Марьям Абазова. Абазова. Здравствуйте. Извиняюсь. Здравствуйте, ребята. Можно в микрофончик, можно в микрофон можно сказать. Можно говорить. Привет. Здравствуйте, всем привет. О, сразу слышно голоса людей, слышите, которые поют. Такие вот голоса, да. А мне ничего. Здравствуйте. Здравствуй, Матвей. Здравствуй, Матвей. Да. Матвей, тебя даже без микрофона слышно. Можешь так спокойно. Слушайте, отличный вообще у Матвея данные родийные, я скажу. Да, Матвей? Приходи к нам работать, когда немножечко подрастешь в открывашку. Хорошо? Сейчас, наверное, уже может. Ну, он сейчас рассказать гость, про бальные танцы. А так он будет. У вас ведь такой ведущим темы не было? Бальных танцев не было. Во, Матвей, придешь на открывашку рассказать про бальные танцы? Отлично. Все, Аня, договорились. Я записала. Да. Ну что, у нас, тема у нас повод сегодня, да. У нас да. Повод тоже замечательный совершенно. Мы говорим о празднике. Мы говорим о празднике великого народа, который стал праздником всей России. По большому счету, великого татарского народа, ну и не только татарского, но мы как знаем этот праздник, как праздник татарского народа, праздник Сабантуй, как один из праздников традиционных, и много лет, по-моему, уже мы все отмечаем, независимо от того, кто мы по национальности, этот праздник, да? Так или иначе участвуем. Так или иначе участвуем, и сегодня Надежда Селезяновна и ребята, конечно, расскажут нам, во-первых, что это за праздник, а во-вторых, расскажут, что планируется в этот праздник и какого числа, и куда вы нас приглашаете. Потому что мы любим праздники, особенно мы любим поесть. И у нас здесь сейчас, между прочим, один из главных, наверное, атрибутов этого праздника. Традиционный, да. И я думаю, что кто посмотрит в Ютубе видео, он поймет, да. Вот мы тут с Азизом Алиевичем сидим, смотрим. А лучше не смотрите, потому что разговаривать невозможно, слюньки текут, и хочется... Ну ладно, потом. Потом все будет. Потом. Так, ну давайте мы начнем по порядку, наверное, да, все-таки. Праздник Сабантуй, праздник татарский, и не только татарский, многих тюркских всех народов. Всех тюркских народов. Да, угу. На да, территории. Сабантуй. В переводе Сабантуй, саба – это плуг, угу. А туй – это душа, это именно свадьба. Получается свадьба души. А так как и земледелие у нас раньше откуда шло, именно с плуга из сахи, именно от этого традиция и пошла. После весеннего окончания полевых работ, что первое? Выходной день. Раньше же не было выходных дней. Все посадили? Да, все посадили. То есть два месяца работаем, и наступает выходной. С осени до весны. Да. Вот. И все выходят, собираются. А так как это праздник, семейный праздник, значит, все идут конкретно с одного конца аула, собирают мальчишки полностью, стучатся в каждое ворота и говорят на сабантуй, на праздник. Каждая хозяйка должна выйти и что-то именно им, ребятам, отдать. Значит, что-то съестное. Готовится съестное, угу. Да. Именно яйца как вареные. Как это, Аня, у русских называется? Калядовать? Калядовать, да, калядовать. Да. Я говорю, все праздники у нас смешаны, но они все на один манер. Угу. Вот. Сладкие пироги. И кто что, кто чем богат. Вот. За зиму девушки обязаны были именно своими руками вышить полотенца. И вот когда... А с какого возраста? С 17 лет. Вышить обязательно? Да, да, обязательно, потому что к этому времени, уже после 16 лет, ее готовят уже постепенно к замужеству. Так, девочки, запоминайте. Да.
Ну, у вас, у девчонок-то есть еще время, пока еще можно не вышивать полотенце. Вот хорошо то, что тем, когда изначально мы начинали, Марьянке еще, наверное, не было в помине, но была уже семья Чистяковы и Абазовы. Папа с мамой пришли первый раз на Сабантуй, а затем вот уже как 11 лет, вот это у меня первенец получается. Это результат Сабантуя, на который пришли Чистяковы и Абазовы. Да. Вот, и постепенно, вот как говорится, а потом родилась Марьям. Да. А хороший результат, вот, хороший. Да, очень даже. И поет, и танцует, и учится хорошо. Умница. Посмотрите внимательно. Да. Вот. И вот ради таких вот цветочков я решила, думаю, ну хорошо, если они у меня подрастут, вырастут, из чего-то что-то выйдет. И вот вышли. Видишь, какие знаменательные, замечательные дети. Это наше поколение будущее. Этих ребят можно будет увидеть на празднике Сабантуй, да, который будет в Кирове. Когда, да. Надежда Селивзяновна? Будет на площадке Диорамы 14 июля, около территории цирка, кверху выше пруда. Будет городской этот праздник, так как в прошлом году, через год делается в Слободском, в Корино, в районах Вятских, ну, понятно, Полянок. Да. Мы же там-то деревни, конечно, татарские, из-за этого там они уже ежегодно. А мы здесь давно не собирали, думаем, вот после Корино мы сделаем городской праздник и посмотрим, что будет. А когда выше дальше разойдемся, значит, будут иконные скачки, будут у нас и еще там борьба, куреж. Вокруг парка будут скакать конные скачки. Другую площадку, да. А мы сейчас должны понять, сколько народа у нас ходит вообще на праздники на все. Потому что, ну, сами знаете, народ как-то больше на даче разъезжаются, все отклоняются в сторону, а нам надо, чтобы они именно задействованы были на всех площадках. Тем Но более, мы сейчас расскажем, хорошая. Что будет на этом празднике. Мы расскажем вкусно, мы расскажем весело, и я думаю, что вам придется уже подряд не один год этот праздник организовывать для людей. Но места хватит всем, я думаю, все-таки. Да, парк большой. Парк большой, но это площадка Диорамы, значит, Ленинский район, это самое, нам поможет со стульями, это там пластмассовые стулья расставят в ряды. Торговля у нас будет проведена полностью, начиная от вкусного шашлыка, пловом, заканчивая сладостями, мороженое. Вот сладости — это самое главное. Сладкое, да. Национальные сладости. А традиционные татарские блюда будут обязательно. Как там, эчпачмак? Чпачмак, костыбы, галиши, эти все полностью, все будут. Все. Да, так можно что передачу вот заканчивать и идти уже. Есть. Ждать. Две недели ждать, Азиз Алиевич. Долго еще. Ничего, подготовитесь. Но с другой стороны, да, мы уже придем такие подготовленные. Мастер-классы будут именно по народным промыслам полностью, кто что чем занимается. Вообще по всем, по всех народов или вот именно татарским народным промыслам? Ну, именно по всем, которые именно территориально компактно проживающие в Кирове и в Кировской области. Кто здесь живет? Это получается у нас. Так, у нас вот просто ребята микрофоны пытаются освоить. Мы сейчас им передадим микрофон. Сейчас Надежда Селивзяновна договорит. Все, что именно здесь в Кирове, какая самобытность есть, плетение корзин, именно с бисером занимаются, мастер-классы будут, аквагрим, будет новое новшество у нас здесь. Это Нурислам Хаджи сказал, что одень платок, флешмоб сделают они нам. Вот, да, как правильно платки завязываются, проведут мероприятие. Ну, в общем, спортивное состязание. Нам надо же узнать, чем мальчишки-то у нас будут. Но спортивные состязания обычно мы вот на Сабантуях видим куреш. Куреш, да. Куреш и поднятие там тяжести. Гири, штанги, да, перетягивание каната, палки. Все будет это. Армспорт, армрестлинг называется. Армрестлинг. Да. Кто кого положит. Поборет, да. А армрестлинг был у татаров раньше? Ну, сила воли же все равно, конечно же, это. Ну, вот это вот. Ну, ведь там, не было. Просто ее изначально начали в городской черте переводить. Так, ну, просто как уже для веселья мы прибавили. Да, так, да. Так как это теперь уже не просто татарский, а межнациональный праздник, то... Да, и городской. Потому что здесь нет коней, у нас не деревня. Это же раньше... Ну, а может запрягать важное друг друга и... Ну, сделать там какой-нибудь такой вот... Я приму сведения. Вдвоем там кто-то там раз пришли, говорит, вот сегодня кто, у меня конем будет мой друг. Управится. Я на него сажусь и, кстати, почему нет? Попробуем. Надо какой-нибудь хороший приз придумать. Гриша. Попробуем сделать, это, да. Господи. Вот, а Надежда Сергеевна, вы главный организатор этого да праздника?
Да. Вы главный организатор. А вы уже там с теми, кто у вас... В партнерстве я уже со всеми, со всеми уже соглашения. Все уже у меня уже полностью. И... Да. И афиши, и листовки. Завтра ребята будут листовки раздавать и в Порошино, и в Кочуровском парке, и в воскресенье поедут тоже они на мероприятия везде и всюду будут, да. Там, где будет, там, где будут семьи, там, где будут родители с детьми, там вы будете раздавать приглашения на этот праздник. Да. Ну, давайте спросим Марьям. А мы сейчас сделаем, давайте я здесь, Олеч, маленький реклама? Перерыв. Напомню, да, мы только начали. А потом спросим Марьям. Ну, хорошо, готовься. Реклама кончилась, мы продолжаем передачу. Я забыла, я сегодня третий час в эфире, я забыла, да, что в программе «Союз нерушим» у нас перерыв только один. Это уже у нас на передаче становится традицией, между прочим, когда ведущий объявляет рекламу. Да. Марьям, а что ты будешь делать вот на этом празднике? Я так понимаю, что ты как представитель, участник этого праздника у нас тут вот, дайте ей микрофончик, да. Присутствуешь, мы знаем, что у тебя хороший голос, у тебя красивейший костюм, вот, и мама тут старалась перед тем, как передачу начать, тебя тут, лучшего гримера, наверное, сложно найти, вот, поэтому ты сейчас выглядишь очень хорошо. Ты молодец. Расскажи, что ты будешь делать? Я буду петь произведение. Произведение? Это на татарском языке? Да. И на русском, и на татарском. А ты татарский язык знаешь хорошо? Ну, так не очень, но знаю. Старается учить. Разговариваешь? У тебя мама татарка? Или папа? Папа. Папа? Папа татарин. Он с тобой разговаривает по-татарски дома? Да. И семья у вас межнациональная такая. Мама русская, папа татарин. Угу. Понятно. То есть ты богатый человек. У тебя за плечами и русская культура, и татарская культура. В общем, ты много чем обладаешь. За это спасибо твоим родителям, да? А много песен ты будешь петь? Даже не знаю, но много. Сколько Надежда Селезановна скажет? Столько и спою. Столько и буду петь. Примерно так, да? Марьям, а это народные песни какие-то? Народные или это какая-то, вот, может быть, эстрада наша современная или татарская эстрада? Народные песни, да? О чем в них поется? Ну, твоя самая любимая песня. Айырылмагыз. Так. Что это значит? Айырылмагыз, не расставайтесь. Угу. Это говорится о том, Айырылмагыз. Айырылмагыз в переводе «не расставайтесь». Это Надежда Селезановна переводит. Нам. Это говорит о том, что семья должна быть жить в уважении, в любви, чтобы пожилое наших именно пожилых людей уважать, почитать. Старшее поколение. А чтобы уже молодежь жила всегда в уважении и в любви. Вот. А можешь первый куплет нам акапелло так спеть? Субуенда ялгысакаш, айырылган канатлары, канатларны кайыраул, айырылсагатлара. Айырылмагыз, айырылмагыз, болса да сабаплары, канатлары кайыраул, айырылсагатлары. Ну, молодец, очень красивая песня. Очень красивая. А можешь пригласить людей по-татарски на Сабантуй? Рахим итегес. Добро пожаловать. Рахим итегес. Рахим итегес. Добро пожаловать. Вот, дорогие слушатели, прекрасное приглашение для вас, для всех. От нашей голосистой Марьям, которая прекрасно поет. И будет петь. И будет там петь, кстати. На празднике Сабантуй. И может быть, не одну песню. Так что мы вместе с Марьям приглашаем всех, и Надежда Селезановна всех приглашаем. 14 июля на площадку возле диорамы. Во сколько еще раз? В 12 часов. В 12 начало. Полдень все начинается. Мужики, там будет очень много вкусного. Так что готовьтесь, не пропускайте. Да. Есть возможность будет попробовать национальные блюда. Ну, давайте мы к нашим заскучавшим желтым... Золотистым, да, золотистым, даже я бы сказала. Нашим золотистым, заскучавшим, я золотистым с вами тоже гостям. Желтый сегодня, да. Переходим. София, Алина и Матвей. У вас такие красивые очень костюмы. Вы в этих костюмах танцуете, я так понимаю, да? Да. Да. Вы танцуете народные, татарские танцы или разные?
Но я буду танцевать восточный танец. Он называется Меженце классик. Так, а что это такое? Как вот ты там двигаешься? Как еще раз называется? Восточный танец Меженце классика. Так, что это вот там? Это не парный танец, это танец, который исполняется одной, да, София? Да, ты будешь у меня одна. Сольный танец. Сольный. Надо делать движение живота. Вот он, восточный танец. Так, Алина. Мы на празднике будем петь вместе с Афи песню «Басказа на пипе», а Матвей будет танцевать. Матвей будет танцевать. А что значит «Басказа на пипе»? «Встань, доченька, на ножки» называется. Ну вот там... «Басказа на пипе», «Басказа на пипе». Там о том, как, ну, женщина танцует перед женихом, и она даже доски сломала. Ничего себе, это вот в этой песне? Да. Ничего. У нас импровизация будет все наоборот. Так, подождите. Вы заинтриговали уже. Ну, а можете тоже спеть первый куплет? Ну, мы знаем только первый куплет. Второй мы еще учим. Окей, нам хватит первого куплета. Давайте. 3, 4. Баскази мэ пипе, син басмаса мин басам, эзгарэна мин бекитрэ басам. Что-то вот типа такого. Ну, отлично. Круто. А вы по-татарски-то знаете? Или вот только песню учите? Ну, мы учим только песню, А по-татарски не говорите? Ну, некоторые немножко. Слова. Но? Какие слова? Ну, Абика, Бабай. Абика, Бабай. Ну, самое главное. То есть Бабай это про меня, я так понимаю. У меня и мама говорит на татарском, с ним тетя Фуроза разговаривает. Понятно. У меня говорит бабушка по-татарски, дедушка по-татарски и мама знает татарский. А вы не хотите вот такой вот нежный, красивый и мелодичный язык тоже выучить и говорить на нем с своими родственниками? Потому что в татарском языке очень много поэзии такой, ну, великой поэзии, которая... И музыкальный очень, кстати, да. Тоже, да. Не хотите, как бы, вот, выучить полностью, раз тем более, что дома есть у вас Ну, такие? Пока учим. Пока ну, учат. Да, пока учим. Ну, смотрите, Асис Ильич, какие тяжелые они еще песни. Маленькие. Они же еще на старте, еще только начали. Ну, хорошо. Это мы уже большие. Нам это уже... вас уже... Мне 10 Анна... лет пока только. Ну вот, да, у них все еще впереди. А смотри, через 6 лет придется вышивать уже. Полотенце. Надежда Селезанна сказала. Замуж выдавай. Может, я веру поменяю. Ох. Ух ты. Ну, это другая передача. Мы с тобой на другой передаче про веру поговорим. Да. Но татарский язык очень сложный. Он сложнее английского, потому что его надо очень долго учить. Если выучить весь, все слова. Но если выучить так, чтобы просто понимать своих родственников и уметь, ну, сказать им что-то, да, например, это ведь, наверное, не так долго, да? Ну, ты здоровый, что по-татарски? А? Ну, я не знаю, как здороваться по-татарски. Я знаю, как только дедушка по-татарски и бабушка. Дедушка, а здороваться бабушка. По-татарски не знаешь как? Ну, нет. Ну, салям алейкум. Как дела? Как дела, сказала? Исамисис, видите? Так, а если хорошо ответить? Хорошо. Якша. Вот мы с вами уже выучили. В течение 20 секунд уже 3 слова выучили, да? Матвей, а ты, вот они будут петь по-татарски, а ты будешь танцевать. Ты один будешь танцевать. Тоже будет сольный танец у Матвея, дайте ему, да? Дайте ему тоже микрофон, да. Дайте, Матвей нам расскажет. Будешь танцевать. Один будешь танцевать? Да. Один. Так, а какой танец ты будешь исполнять? Басказа на пипе. А, то есть сам придумывать будешь движение или тебе уже... Или тебе сам придумать? Угу. А можешь нам вот прямо вот тут придумать? Нет, стесняется Матвей пока. Я не готов. Ну, хотя бы, ладно, подождите, еще не перепишите. Это я просто такой любопытный. Я не знаю татарские движения. Подожди. Ну, может, что-то свое можно ножками там поделать. А ты какой-то умеешь, как бы, ты же умеешь танцевать? Мне вчера научилась дома. Ну, ладно, не смущайся. Мы с тобой желтые, мы там не можем смущаться. Тем более мальчики. Вы главные, да. Да, смущали Матвея. Мальчики не могут смущаться. А у тебя тюбетейки нету? Нет. А ты по-татарски умеешь? Нет. И здороваться не умеешь?
А вот только что научились. Ну, я забываю. Не забывает. Ну, скажи, салям алейкум. Нет. Нет. Салям алейкум. Салям алейкум. Салям алейкум. Салям алейкум. О, ну вот, получилось, ну, вот видите, смотрите. Говорите трудно. Все, три секунды, все, все, все готово. Да. Все уже по-татарски тут говорим. Матвей будет танцевать, девочки будут петь. А вы еще будете? Я тоже танцевать. А, и тоже танцевать, и София будет танцевать. А ты татарский танец будешь танцевать? Отдельно. Отдельно от Алины будешь танцевать татарский. А, ты будешь танцевать восточный. Да. Восточный танец, да, София будет танцевать. Она говорит, что татары это тоже а вы вдвоем? Конечно. Нет, она... София отдельно, и я тоже отдельно. И она, и ты восточный танец. Да. Несколько номеров будет. И тоже восточный танец живота? Да, но петь мы будем вместе. Ага, ну понятно. Все, наконец-то разобрались. Сценарий пишется, из-за этого они еще много не знают, сколько кто за кем будет и какие будут номера. То есть все еще только варится. У них только варится. Еще две недели Азиз Алич осталось. Они движения разучивают и слова учат. Больше, чем две недели, конечно. Еще генеральная репетиция даже не назначена, я так понимаю. Да. Ну, да, хочется посмотреть, как Матвей будет танцевать. Ну, вот приглашаем. 14 числа на площадке. Что он там придумает? Интересно. Какие движения? Но он уже в костюме классно выглядит. Он может только руку поднять, и уже все будут хлопать ему. В этом году я вам анекдот расскажу. Угу. Говорю, ну, так как незапланированные денежные средства, раз нигде в бюджете денег нет, я звоню маме у Матвея с Алиной, Лилии, и говорю, Лилия, да не будем мы городской сабантуй делать. Вы знаете, вот вы сидите на стульях, она и говорит, Нажия, да вы что? Они у меня пипя учат. Вот так вот. Мне приходится проводить. А куда вот деваться? Я и взяла. А вот, кстати, этот вопрос уже, очень важный. То есть городской сабантуй никто не финансирует. Никто не То есть там никаких там особых грантов, выделений бюджетных каких-то городских денег на там. Это я подошла к Наталье Алексеевне Катаевой, и она мне сказала, говорит, давай, дерзай. Хотя бы до 20 тысяч, говорит, ну определись, может, ты выиграешь. На грант. На грант, на проект, да, именно «Добрые дела юбилейному году». Из-за этого мы, юбилейному городу мы из-за этого и сделали именно этот городской сабантуй. Выиграла 11500, я выиграла, да. Ну вот, может быть, с этого я и пошла дальше. Как говорится, когда есть помысел, я говорю, Наталья Алексеевна, я думала, Вятская соборность, это только, значит, православие. Она говорит, Надюш, да нет, давай, пиши проект. Слово соборность, оно подразумевает не обязательно православную соборность. Мне кажется, соборность это вот общество наше, объединение людей. То вы видите, нашу передачу видите? А люди в России, они ведь у нас многонациональная страна. У тебя, говорит, что говорит? Я шлег, говорит, молодежная организация. Я говорю, у меня в организации не прописано в уставе, какой возраст. У меня от 0 до того 95-120 лет, да. Пока человек приходит душой человек 85 молодой. Лет и говорит, я молодой, я хочу в вашей организации участвовать, да, и все. Да, как и скажешь, все, что ты не все, молодой? Да. Да, попробуй докажи. Попробуй докажи, что человек не молодой. Нет, все правильно. Вот, из 11 500, да. И вы вот в этот маленький бюджетик укладываетесь? Нет, не укладываемся. Я заказала баннер с логотипом, вот, что-то ведь надо оставить для истории нашего будущего поколения, да. И буклетик для буклетик. Истории, да, а который разойдется. Вот, люди... А так, да, пришла в Ленинскую теруправу, очень даже, Оксана Викторовна, говорит, давайте вместе, мы поддержали, поможем. Поддержали, да? Да, поддержали. Оргкомитет Павел Витальевич тоже говорит, спасибо вам. Я говорю, вам спасибо. Хоть поддерживаете, вот стулья сделают. Это, ну, а то, ну, все остальное, мастер-классы уже, это самое, центр местной активности, они поддержали, они музыку дают, они микрофоны, все, колонки. Техника, все а это когда есть музыкальное оборудование, все остальное, вот они. Слушайте, их, на самом деле, Азиз Алиевич, это вот хороший, отличный вообще кейс. Для любых выходных в Кирове, парки. Если люди хотят, они могут. Если люди хотят, они могут объединиться и всегда могут придумать что-то интересное. Они могут объединиться, и главное, при поддержке представителей органов власти, мы тут поблагодарим и Наталью Катаеву. Да, Наталью Алексеевну обязательно. И сотрудников администрации Ленинского района. И начальника Ленинского района, да, Оксану Викторовну. Вообще, я говорю, они такие молодцы все, они такие позитивные, выслушали меня и говорят, давайте там, ну вы же знаете, что там денежных средств нет. Я говорю, да не надо, вот давайте все вместе, кто что помогите может. Помогите хоть чем-то, да, а что есть, тем помогайте. А потом уже дальше это самое, да. Мне помог наш ВМП «Авитек».
Угу, вот, угу. Они мне, это самое, от «Единой России» и от ЗАГС Собрания сделали, они мне ежедневники, ручки дали, пакетики. Тот, кто будет выступать, у меня маленькие призы для них готовы. Маленькие сувениры. Да, так что... А бизнесмены с татарской фамилией? Бизнесмены мне от ЗАГС Собрания, Нургалеев, Рамиль Равильевич, это, так, да, Равиль Рамильевич, да, это да. Святских Полян, да. Тоже денежку дал. Вот, вот я попросила, сказала, нам же тоже надо, они помогли. Ну, конечно, у вас там в Полянах каждый день праздник, да? Нет, у них так, там, вот, они вот, все видите, время проводят. Его имя тоже прозвучало, тоже молодец, спасибо ему большое. Я для него благодарственное письмо отдельно, потому что он мне уже и в Новый год с подарками помог, и вот в этот раз помог. Вообще такой позитив. Да вообще, наверное, все люди добрые. Если вот, как говорится, спросить, да, каждый может чем-то помочь. Из-за этого, вот я говорю, этот сабантуй, он у меня уходит на ура. И вот я всем с добром. Угу. Я благодарю, конечно, мамочек своих. Вот если бы не они со своими детьми, у меня бы не было бы этого помысла шить вот эти костюмы. А глядя на них, им нравится. Я думаю, супер. Я вот съездила в Казань, вот купила колфаки, думаю, что-то надо придумать. И вот угу. Тут пришили, дошили, сделали. Ну, а Матвею будет тюбетейка. А уже шьется она? Она прямо она вот к выступлению? А уже готова? Я уже ее то в Казани есть купила, у Матвея да, тюбетейка. Просто она будет ему в подарок, из-за этого я ее не стала. А вот. Ничего, что мы сюрприз-то открыли сейчас. Ничего, он уже ее не видел. У Матвея уже наушники есть. А теперь будет еще и тюбетейка. Да. Сделаем, Азиз Алиевич, перерыв все-таки. Вот теперь время пришло. Точно реклама? Точно реклама. Союз нерушимый. Продолжаем, сказал Азиз Алиевич. Да, продолжаем, мы продолжаем нашу передачу. Сегодня «Союз нерушимый», и тема у нас сегодня «Праздник Сабантуй». История современности, я вот так сказала. Да, и сегодня у нас гости Надежда Федяева. Председатель Кировской региональной общественной организации «Татар Яшлек». И Алина и Матвей Букулевы. Бакулева, это я неправильно вот это написала. Это ты так написала, да, а? Да, я забыла. Да. Извиняюсь, детки. София Дюкина, София и Мириам Абазова. Но мы уже... Мариам. Мы уже слышали, значит, как поют девочки. Я так понимаю, что Матвей уже готов потанцевать. Готов, Матвей? Ну, может, еще да. Я присоединюсь. София. Присоединится тут, да? Алин, пойдешь? Тоже что-нибудь показать. Смотрите, вот тут вот, где у вас стульчики стоят, вы можете встать, тихонечко стульчики убрать, и прямо вот тут есть место даже показать немножечко. А тут стульчики... камеры снимают, да? Вот, да, вот есть. Видишь, камеры. Все, стульчики вперед подвинули и немножко показали. Наши гости готовятся. Так, да. А мы хотим сказать, что 14 июля на площадке у Диорамы, это парк у цирка, как он у нас называется? Кировский парк. В Кировском парке у цирка состоится Сабантуй городской 14 июля, 12 часов. И так. Надежда Салихзяновна, значит, у нас главный организатор. Вот, а, ребята фактически... Давай, Матвей, что ты там будешь делать? Давай, стесняйся. Платочек. Ох, так вот платочек. Ведь у тебя платок-то и был. А? Вот ведь ты должна была им вот именно держать. В общем, у нас тут в студии просто прямо сейчас у уже нас сразу репетиция творческая идет. Программа репетиции номеров. Так. Генеральная репетиция сейчас отшлифую. Не подведи, Матвей. О, вот так. Так, да, ну вот, танцуют ребята. Ура! Наши слушатели могут посмотреть это все после того, как программа появится на сайте. Видеозапись сейчас идет как раз. Да, и вот. А потом 14 числа можно будет прийти и посмотреть на ребят уже, так сказать... Воочию уже полный номер можно будет. Во все глаза. Да. Молодцы! Номер. Ура! Можно вот представить. Похлопаем нашим прекрасным исполнителям. Надежда Салихзяновна, скажите, пожалуйста, а праздник вот так, городской сабантуй в Кирове, давно ведь не проводился вот так? Да, давно. Угу. Мы изначально первый сабантуй делали в 2007 году в Нововятске, угу. В парке отдыха. Угу. Вот, первый у нас знаменательный Габдулнур Салимович, это был у нас наш муфтий, вот, изначально он начал. 2007, 2008, 2009 года.
А в 10-м последний, и все. По работе я уехала в Москву работать. Угу. И здесь немного так все это затихло. Ну, в районах-то области, да. Где у нас... Там вот... ежегодно, потому что много это традиционный праздник традиционный. Из-за этого ежегодно. Вятские поляны, Кельмесь, Малмыш, они все время. И Карино. Через год делают. Там тоже финансирование не очень районное, сами знаете. Угу. И они целенаправленно через год делали. Вот в прошлом году я им помогла. Говорю, давайте сделаем. На Урал свыше 1000 человек приехало. Ничего вот, себе. Да. Если бы еще бы дали нам бесплатные автобусы, которые именно могли бы семьями уехать туда. А вот это, кстати, что... тоже вопрос. Почему не предоставляют автобусы, Азиз Алиевич? Ну, потому что... Не так ведь это сложно. Вы ко мне обращаетесь как представителю власти. Нет. Так, товарищи представители власти, почему не предоставляете бесплатные автобусы? Если мы говорим о каком-то внутреннем туризме, то можно, наверное, и задуматься. Ну, это вот, не так дорого. Я думаю, что вот почему, тем более, наверное, докорено. Да, наверное, я то, что как член общественной палаты буду стараться из всех сил выйти именно и к Илье Вячеславовичу на прием, угу, и Шульгину. Елене угу. Васильевне, Ковалевой, да, переговорить конкретно с ними, чтобы как-то они... Ну, они же знают все эти праздники, Надежда, чтобы да, они тоже знали, вы, что... Вы, конечно, как член общественной палаты сделаете это, но сделайте уже сегодня, чтобы они включили какой-то план мероприятий на следующий год, да. Чтобы потом они вам не сказали, что бюджет уже сформирован. Да, и ничего не запланировано. Ничего не запланировано. Да. Потому что эти бюрократические хитрости мы знаем все. Да. Поэтому просто вложите это в план на следующий год. Я думаю, что не такие уж большие это деньги, эти бесплатные автобусы, чтобы как бы, организовать эти перевозки. Я думаю, что представители ГИБДД с удовольствием сопроводят эти автобусы. Ну, конечно, из Кирова до Карино или до там, Малмыжа. Потому что быть, так, видите, получается, надо автобус едет до Слободского, от Слободского до Карино, еще там 24 добираться, километра. Ну, конечно. Из-за это... этого... Да. А если мы говорим о семейном празднике? Семьи у меня, которые, конечно. Да, именно вот родом вышли из Карино, они не смогли съездить, они остались у меня в Кирове. Из-за этого в этом году я решила сделать городской. А как встречают гостей? Гостей встречают всегда с полотенцем, с самым традиционным праздником сладости, именно чак-чак. Чуть-чуть. Почему? Потому что это трудоемкий труд. Uh-huh. Женщины именно долго его делать, трудоемко. А вы умеете? Вот, да. Это вы сделали? Конечно. Своими я всегда, руками? На все праздники я сама всегда сами делаю. Да. Ну, я помню все. Два года да, назад, да, когда да. вы мне показали чак-чак, и мне не досталось. Да вы что? На Шабатуе попробуйте, приходите. Я уже много раз пробовала чак-чак. Дома всегда мы всей семьей по воскресеньям. По праздникам. Делать уже умеешь его? Ну, конечно же, не умею, но знаю там... Тесто замешивается, да? Кондитерский клей, наверное, тут все слепит. Кондитерский клей. Нет. Там же должен быть мед, я так понимаю. Мед и сахар. Да, это уже когда именно в кипящем масле бросаются именно вот такие полоски. Мы вот так вот крутим и режем меленько-меленько. И затем в кипящее масло в большой таз бросаем. Они вскипают, поднимаются. Вот румяный вид такой. Дуршлаком вытаскиваешь и складываешь. А затем уже, когда он немного остынет, постоит, делаешь, разводишь мед с сахарным песком. И размешиваешь, он тоже до кипения доводится. И затем обливаешь вот эту горку, ложечками переворачиваешь, и вот он потом застывает. И это получается очень-очень вкусно. Это, между прочим, такой, наверное, самый традиционный сувенир, который мои знакомые привозят обычно из Казани, когда уезжают в Казань. Я тут ездила в Казань, мне тоже так же привезли традиционно в коробочке упаковку. Упаковано. Вот я его жду на Сабантуй приведу, так принесу, так что вот давайте. Большой. Да. А фабричный, чак-чак и домашний отличается? Отличается, Все-таки домашний лучше. Чак-чак дома делаем на одном яйце, а там все-таки вода, мука, уже, как говорится, уже компоненты, чуть-чуть они разные. Да. А кто в семье Дюкинах все-таки делает чак-чак? Мы в магазине покупаем. Да ты что? Азиз Алиевич, я, между прочим, вам скажу, вы представляете, как это долго делается? Вы посмотрите, какие эти маленькие. Мало ли, это же для удовольствия. Ну, что долго? Ну, в магазине были поменьше вроде вот. Да. По форме, да? Да, да. Алина? Я раньше бабушка тоже готовила, просто сейчас она уже старенькая, и она мама? Уже тяжело. Не может готовить. А мама? Ну, мама тоже помогала бабушке. У них получалось вкуснее, чем в магазине. Ну-ка, выдай нам, мама умеет готовить чак-чак?
Ну, бабушка все-таки лучше, чем мама готовит. А бабушка контролирует, наверное, в этот момент, да? Хорошо, Алина, а ты? А ты знаешь, как готовить? Ну, хотя бы так, в теории ты смотрела, как они делают? Я смотрела, но я пока не очень хорошо знаю. И рецепты, наверное, Алина не помнит. Но я думаю, что если хорошо, ей подсказать... Ну, хорошо, а блинчики ты умеешь готовить? А? Ну, блинчики там надо там... Блинчики умеешь тесто, готовить? Муку, потом слепить такие лепешки. В общем, девочки, на следующую передачу... И поджаривать. Чтобы пришли, рассказали нам, как готовить и сколько хорошо. Уже вы приготовили чак-чаков. И можно принести даже, попробуем. Ну, попробовать. Жюри устроим. Да, но мы не настаиваем, хорошо. Можно. Да, Матвей, проконтролируй, хорошо? Мариам. Чтобы все было так, а ты готовишь чак-чак? Надо. Тоже нет. А помогаешь? А в семье готовят? Нет. Нет. Ну, а здесь Алиш, а какое традиционное в семье готовят блюдо? Блюдо татарское. Татарское традиционное готовят? Или мы так по-европейски уже все? Плов. Плов. Ага, да, Азиз Алиевич так поднял брови. Я очень люблю, национальное татарское блюдо. Плов, больше ничего не понимаю. У нас тоже плов готовят. И у нас. Ясно. А у вас какие-то особые рецепты свои? Ну вот нам говядину там мама что-то готовит, поджаривает ее, еще солью сыпает, огурчики туда ложит, помидорки, редис еще ложит. То есть ты смотрела, как это делает? Я все вижу. Алина, а у тебя бабушка готовит плов или мама? И мама, и бабушка готовят плов. А чей плов вкуснее? Чак-чак вкуснее бабушки, а плов? У мамы и у бабушки. А мне кажется, чак-чак вкуснее плова. Я вот так думаю. У меня бабушка Марина тоже плов готовит, он вообще объедение. Еще такая там вкусная говядина. Вот так вот. Друзья мои, 14-го будет праздник Сабантуй, 12 часов у диорамы. Все начинается, да. Это все там можно будет попробовать. Будет чак-чак. И почему мы об этом сейчас говорим? Да потому что уже невозможно здесь лично на самом деле смотреть вот на эту красоту, которую у нас скажите, на сколько столе. Осталось до конца передачи, чтобы минута. Мы могли чак-чак поесть, да? Минута. Минута осталась. Ну, и не только плов, не только чак-чак. Нам Надежда Селезяновна говорила, там будут и другие блюда татарские, которые можно будет попробовать, и которые не настолько распространены, наверное, и не настолько известны. Вот. И вот тут-то их можно будет попробовать. Не то, что ты там в какую-то обычную зашел кулинарию, которая там, ну, по каким-то усредненным рецептам готовит что-то под названием эчпочмак, например, ну, да? Пышка делает. Да, ребята молодцы. Хорошо. Это, да, торговая марка у нас, магазин «Вятские рассветы». Вы оценили, Гузаир, то есть, похоже. То есть, там, а, ну, там, да. Там, потому что вот вы же фамилию-то да, назвали, да, 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 руководители. Они мы свои поняли, традиционную да. Они берегут будут рецепты. Участвовать в ваших мероприятиях? Да, могут да, быть как спонсоры поучаствовать в вашем. Всегда мне помогают. Помогают, да. Ну, хорошо. И будут и за это им тоже большое спасибо. Да, Руслан Ринатович и его папа, Ринат, по отчеству, вот не знаю, они всегда с открытой душой, всегда, вот я говорю это... Дорогой Руслан, дорогой Ринат, спасибо вам большое за то, что вы участвуете. И «Вятские рассветы», все, тем компаниям, все коллективы, да, которые всем компаниям. Помогаем. Я хочу спасибо сказать, большое. Что не только покушать, но и потанцевать. И спеть, и поучаствовать во всех соревнованиях. Приглашаем еще раз на Да, и я должна сказать кировчанам, что ведь и от вас тоже зависит. Вот Надежда Селезяновна сейчас посмотрит, сколько народу придет на праздник. Если придет много, значит, в следующем году будут искать уже другую поле площадку. Искать, да, и там уже будут большое, и конные скачки, да, и все что угодно. Время подошло к концу. Да, мы прощаемся. Мы прощаемся. Всем большое спасибо. Вам до спасибо. Свидания. До встречи на празднике Сабантуй. До свидания. До свидания. Всех приглашаем. Союз нерушимый.